Я жду тебя, Хюррем Султан. Где ты была? А что? Меня ночью отправят в ссылку? Ибрагим Паша позвал Сюмбюля Агу к себе, понимаешь? Сюмбюль Ага рассказал, что произошло. Этим делом займется Ибрагим Паша. Ибрагим Паша вернулся? Да, он вернулся. Он не просто вернулся. Он скоро женится на Хатидже Султан. Но ведь Хатидже Султан помолвлена. Уже нет, Хюррем Султан. Повелитель решил помолвку расторгнуть. Надо же. Ибрагим Паша будет зятем, а мне всю жизнь оставаться в ссылке? Нет, я уверена, повелитель тебя не оставит. Ах, глупая моя голова. Я поняла. Я только что узнала, что произошло. Вы и Ибрагим Паша женитесь. Хорошая новость. Я говорила о вас с повелителем много раз. Я рада за вас. Спасибо. Вы слышали, что со мной случилось? Меня считают убийцей. Поверьте, это не я. Хатидже Султан, защитите меня, иначе я погибну. Но все говорят. Все мне враги, все ненавидят меня. Не печалься, потому что рано или поздно все выяснится. Я постараюсь помочь тебе. Не переживай, Хюррем. Аллах благословит вас. Спасибо, госпожа. Добрый путь. Едешь в старый дворец? Еду. Но я вернусь. Ты никогда не вернешься. Уедешь, и обратной дороги оттуда не будет. Повелитель, тебе не достанется. Даже не мечтай. Завтра, когда тронешься в путь, обернись. И увидишь, как радуются все, кто тебя знает. Никто тебя здесь не любит. Каждый рад твоему отъезду. Наш дом вновь обретет покой.